такого масштабное участие в программе фестиваля. Я говорю не только от лица Генерального консульства Швеции, но в первую очередь от лица фестиваля «Недели световых стран» в Петербурге, в качестве координатора, которого Генеральное консульство Швеции выступает в этом году. «Недели световых стран» проводится в Петербурге уже 9 раз. Традиционно фестиваль проходит в начале осени и представляет все самое интересное и актуальное из культурной и общественной жизни Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии, а тоже трех автономных территорий, как вы все знаете, это Аландские, Фарерские острова и Гренландия. Фестиваль проходит при поддержке Совета министров северных стран и администрации города Петербурга. Мы всегда уделяем большое внимание таким темам, как архитектура и урбанистика, литература, искусство, музыка, образ жизни северных соседей Петербурга и, конечно, кино. Но должен признаться, что в предыдущие годы основной упор делался на художественное кино. А в этом году мы решили учесть этот недочет и дополнить нашу программу событием, посвященным документальному кино в наших странах. И, конечно, трудно было бы представить себе другого партнера, чем послание к человеку.